Today we have a lesson. Are you ready? Ребята, я вас по-английски спросила. Вы готовы? Вы готовы? Нужно сказать Yes, we are. Yes, we are. Are you ready? Yes. Давайте мы закроем глазки, посчитаем до пяти, и у нас появится гость. Close your eyes, please. One, two, three, four, five. Hello. Hello. It's Mickey. Умный Mickey. Mickey всегда с нами. How are you today? Are you good? How are you today? Good? Good, скажи вместе. Good. Good, молодцы. Сегодня мы вместе с Микки отправимся в волшебный лес. Вы когда-нибудь были в лесу? Да. А кого мы можем увидеть в лесу? Волка. Лису. Лису, медведя, волка. Зайка. Ёжика. А может быть, золото. Микки приглашает нас в лес. Давайте отправимся в лес вместе с Микки. Let's stand up and let's go. Let's stand up. Let's stand up. И совсем глухо звучит жужжит Dragonfly, стрекоза. It's a magic forest, это волшебный лес. And forest animals like playing. Лесные животные любят играть. Let's play. Bees and dragonflies. Поиграем пчелок и стрекоз. Если мы услышим, что жужжит пчелка, мы спрячемся в доме. Если услышим, что звучит стрекоза, хлопнем в ладошки. I can see an owl. I can see
see now, ooh, take out. And I can see a fox. I can see a fox. Ребята, мы знаем, что в лесу у нас есть хищные животные, которые могут съесть других, и есть добрые животные. Какие животные у нас хищные? A wolf. Назовем. A wolf. A wolf. Кто у нас еще? Кто у нас еще хищные животные? Лиса. Как лиса по-английски говорят? A fox. A fox. A bear. An owl. Owl, да, хищная птица. А кто у нас доброе животное? Назовем доброе. Зайчик. Как называется зайчик по-английски? Хея. Если я называю доброе животное, мы зовем, говорим, как хия. Если хищное, говорим, go away. Go away. Потренируемся. I can see a hia. Come here. Oh, I can see a bear. Go away. I can see a wolf. Go away. I can see a bird. Come here. I can see a fox. Show us. I can see a fox. Fox. Go away. I can see a deer. Let's show deer. I can see a deer. Come here. I can see owls. Come here. Oh, I can see two little birds. Две маленькие птички я сразу. Двух маленьких птичек увидела. Это птичка Питер. А эту зовут Пол. Давайте скажем Питеру, чтобы он уходил. Go away, Питер. Go away. Go away. А давайте позовем теперь эту маму. Come here, Питер. Come here, Пол. Two little birds are standing on the wall. One name Peter. The other name Paul. Fly away, Peter. Fly away, Paul. Come back, Peter. Come back, Paul. Ну-ка, давайте теперь у нас тоже будут поле птички. У нас наши друзья с нами тоже будут поле птички у нас. Поиграем еще раз. Two little birds are standing on the wall. One name Peter, the other name Paul. Fly away, Peter. Fly away, Paul. Come back, Peter. Come back, Paul. Мы сегодня такие молодцы. Здорово мы сегодня поиграли. Yes. А что мы сегодня узнали по книге? Как по-английски будет у нас медведь? Бея. Да, позовем. А как по-английски будет зайчик? Хея. А как по-английски будет птичка? Бьюард. Молодцы. Наши друзья устали и уснули. И нам тоже, наверное, пора. Скажем, попрощаемся с ними, скажем им goodbye. Goodbye. Стендап. Скажи нашим гостям goodbye. Goodbye. Молодцы, Кайфа.